Завтра инициативу президента о повышении зарплат бюджетникам рассмотрит Верховный Совет. Поправки в бюджет депутаты планируют принять на сессии. Мы получили инициативу президента, понимая сложности, в какой сложной ситуации находится республика и как сложно людям. Президент все-таки изыскал возможность сократить расходы на другие статьи. И президент принял решение повысить заработную плату бюджетным организациям. Инициативу президента депутаты сегодня обсудили в комитетах по экономической и социальной политике. Получили материалы. Ну, естественно, что инициатива долгожданная, ожидаемая. Завтра будет сессия, появилась сессия, для того, чтобы уже в конце мая президент подписал, и бюджетные работники могли бы уже получать 1 мая, чтобы им начислили уже эту зарплату. Из-за пандемии значительную часть государственного бюджета пришлось перенаправить на борьбу с ковидом. Это и приобретение дорогостоящего оборудования, медикаменты и лечение, ремонты больниц. На повышение зарплат в бюджете зарезервировали 104 миллиона рублей. Сейчас ситуация позволяет повысить зарплаты с 1 мая. Пенсия уже произошла с 1 апреля, теперь идет речь об бюджетниках с 1 мая, поднятие заработной платы. Различный процент различным категориям бюджетников. Законодательная инициатива президента от минимально 4% и максимально до 10%. Осталось только разобраться в деталях, подтвердить, что будет сходиться баланс, как говорится, мы сможем себе позволить данное повышение с 1 мая. Вместе с зарплатами Вадим Красносельский предлагает увеличить с 1 мая выплаты пособия на ребенка для малообеспеченных семей, а также срок выплаты пособия по уходу за ребенком с 1,5 до 2 лет. На эти цели в бюджет заложили почти 15 миллионов рублей. На мой взгляд, это та социальная политика, которая была провозглашена. К сожалению, все эти меры мы бы хотели ранее делать, но мы знаем ситуацию, которая случилась с учетом спада в экономике. Увеличение возраста выплаты с 1,5 до 2 лет – это очень важно. Все поправки Верховный Совет рассмотрит завтра. Парламентарии должны принять инициативу президента сразу в двух чтениях.